Я собираюсь потратить 100 тысяч рублей за одно видео. Итак, ребята, я возвращаюсь в симулятор армрестлинга. И напомню вам, что мы с вами остановились на вот таком вот песчаном острове. У меня есть хорошие новости и плохие новости. Если мы с вами зайдем в магазин, то мы с вами увидим, что лимитированных питомцев больше не осталось. Гигантскую рыбу больше невозможно купить за 15 тысяч робуксов. И на что же я тогда буду тратить 100 тысяч робуксов? Что равно 100 тысяч рублей. Может быть, на мега огромные пакеты с деньгами? Или может быть на какие-то улучшения? Или может быть на небесное яйцо, откуда нам может с вами выпасть небесный наблюдатель? Хо-хо-хо, это очень интересный вопрос. Я буду покупать абсолютно все. Итак, я нажимаю пакет лучшей ценности. Мы с вами сейчас купим X2 ко всем показателям. Пока мы будем с вами прокачиваться, будем прокачиваться в два раза быстрее. Ребят, за каждый потраченный робокс поставьте лайк под этим видео. А также есть еще хорошая новость, это то, что здесь появился новый ивент, называется Atlantis World. Мы с вами телепортируемся в параллельную вселенную, где мы можем с вами, видимо, быстрее прокачиваться. О, что? У меня ноль сил! Как мне здесь качаться? С кем мне здесь сражаться? Что? Если у меня здесь все показатели равны нулю, то как же мне победить чуваков, у которых 1,5 триллиона сил? О май гад, тут у нас есть камень, пират, аквамен, Посейдон. Чтобы его победить, всего лишь нужно 18 квадриллионов сил. У меня есть лишь один единственный вариант, как я могу так круто прокачаться. Помимо того, что я купил все улучшения, мне нужно еще купить себе самых крутых питомцев. Но как это сделать, если здесь нет больше этих лимитированных петов? Судя по всему, нам придется с вами доставать с маленьким шансом небесного наблюдателя, а затем идти улучшать этих питомцев. Я думаю, что для этого нам также потребуется удача. Яйцо удача проходит. Купите лаки. Покупаем с вами 4-листый клевер за 99 робуксов. Затем делаем с вами улучшение до Lucky 2 за 249 робуксов. Я купил вторую удачу. По идее, я уже прям супер везунчик. Может быть, все эти петы будут просто с каждого яйца мне падать. И может быть, не стоит покупать эту штуку за 750 робуксов. А, ладно, покупаем, окей. Ультра удача, готова. И бесплатный бонус, большой пакет. Что это? Какой большой пакет? Хорошо, я купил себе полностью всю удачу. Тут также появились новые яйца, откуда выпадают бэби шарки. Серьезно? А тут кто у нас падает? Крабики. Шанс 1 на 1 миллион. А, он остался 1 из 1 миллиона. О, тут еще и лимитированные питомцы. Божечки мой. И здесь остался один питомец из 10 тысяч. Гигантская джеллифиш. Живе рыба. Где же мне достать эти кристаллы? А, может быть, мне нужно просто подкачаться немножечко. Так, хорошо. Давай вначале с тобой побоксируем песок. Но сила что-то мне вообще не прибавляется. Вы это заметили? О, что происходит? Нифига себе! 200 миллионов сил! Так, здесь я еще буду быстрее получать силу. Ребята, все показатели улучшаются. Это очень хорошо. Давай, по последней будем боксировать. О, да, ребятки. Может быть, я куплю себе автотренировку кулаков сразу же? Почему меня к первому телепортируют? Что за отстой? Нужно тренироваться вот именно на этом, на последнем. Видимо, придется это делать вручную. Квадриллион сил мне нужно, чтобы победить того чувака. Я пока что набрал всего 2 миллиарда. Я даже до триллиона еще не скоро дойду. 169 миллиардов. Ну, по сути, это звучит не так сложно. Можно попробовать один разочек его выиграть. Блин, как жаль, что нельзя купить здесь эти кристаллы. Я бы сейчас уже задонатил, чтобы не тратить на это время, ребята. Я бы сейчас же бы купил каждый кристалл. Видимо, мне нужно тренироваться здесь, в подводном мире. А, кстати, здесь также произошло обновление и добавились перчатки. Перчатки, которые выпадают вот из этих кейсов. Что это вообще за перчатки такие? Давайте я вам покажу. Мы с вами смотрим на алмазный кейс. Его можно открыть за триллиончики. Золотые за миллиарды побед. И каждая такая рука дает бонус к вашей прокачке. Ладно, к сожалению, мы пока что не осиливаем Посейдона. Давайте мы с вами вначале здесь немного завершим дела. Смотрите, у меня 15 миллионов кубков. Так, может быть, я сейчас могу открыть какое-нибудь яйцо за 5 миллионов и получить себе багрового дракона шансом 0,1%. Давайте протестируем нашу удачу. Что? А, он выпал с шансом 29%. Вот отстой. Он у меня уже был, этот Пинки. А, может быть, я еще могу себе расширить слоты для питомцев и просто надеть сразу 20 питомцев, 30 питомцев. Сразу всех петов, да. Давайте, чтобы я сразу мог надеть, например, 10 питомцев. О, да, это звучит прям супер безумно. У меня нет рыб, которые дают мне плюс 15 тысяч к силе. И мы можем с вами это компенсировать тем, что мы с вами просто наденем больше питомцев, которые дают меньше силы, но их будет больше. Например, сразу 15 питомцев.
питомцев. По-моему, это звучит круто, не правда ли? Хорошо, переходим с вами в магазин, и давайте мы с вами откроем одно такое яйцо, небесное яйцо. Шансом 0,5%, оттуда выпадает очень сильный пет, который дает сразу плюс 1500 силы. Голостраж! Легендарный! Сколько сил он дает? А, X50, ты серьезно? Блинский, это прям полный отстой. Нам нужно доставать с вами только самых редких питомцев. 10 яиц, магма яйцо за 2000 робуксов. Ребята, надеюсь, вы уже поставили лайкос. Открываем! Гала-собака, гала-стражи, гала-стражи, колючий ореол мне выпал. И опять колючий ореол. Не путать с орлом. И опять гала-страж. Нету небесного наблюдателя. Зато мы с вами уже дошли вот до этого пета, мифического, который дает 150 сил. Мы с тобой сейчас просто открываем эти 10 яиц. Еще раз. У меня зависает экран. У меня все изображение стало серым. Класс! Давайте мы с вами купим рыбу-каплю, которая дает сразу плюс 500 сил. Нам нужны сейчас абсолютно любые рыбы, которые могут нам помочь как-то в дальнейшем прокачаться. Осталось, кстати, всего лишь 366 штук. И с каждой покупкой, да, они уменьшаются в реальном времени. Давайте я куплю 10 таких рыб-капель. И посмотрим, насколько круто я сейчас буду прокачивать. Я уже купил сколько этих рыб? Оу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колючий орел, 225 сил. Ну, наверное, выгоднее покупать вот этих вот рыб, потому что это пока что самые сильные петы, которых я могу достать из магазина. Будем с вами покупать вот этих блобфишев, а также будем их улучшать, ребята, да. Я считаю, что это хорошая идея. Давайте мы сразу с вами заменим тогда питомцев, которые не такие сильные. Собака-строитель X500, ультравиверна 1250. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вы посмотрите, какая толпа за мной гоняет. Просто офигеть. Надо включить себе пока что автопрокачку. Почему я еще этого не сделал? Ну а параллельно давайте мы пока с вами откроем кейсик. Ну конечно же. Какая перчатка мне отсюда выпадет? Оу, плюс 10% к улучшению. Плюс 20%. Шансом 10% она выпала. Давай, следующий кейс открываем. Let's go! Плюс 17% к улучшению. Нифига себе, вот эта перчатка получше. Хотите ли купить еще ключ? А что, у меня ключи закончились? Мне нужно купить 2 ключа. Придется потратить по 19 робуксов 2 раза. Но я бы хотел на самом деле открыть какой-нибудь другой сундук. Открываем! Итак, скелетная рука. Ну, это отстой какой-то. И последний ключ, ребята, я купил. Нам последний ключик для последнего кейсика. Надеюсь, сейчас выпадет какая-нибудь редкая перчатка. Да! Плюс 20%! Это самая сильная рука, которая мне выпала из всех кейсов. 20% к скорости прокачки. И это именно к бицепсам. То есть теперь бицепсы станет намного интереснее прокачивать. Давайте мы с вами протестируем сейчас все это дело. Подходим с вами к надписи «Поезд здесь». Выбираем с вами бицепсы, берем с вами самую тяжелую гантелю и по плюс 420 сил. Алмазная рука, ребята, алмазная рука. Так, а если я сейчас переодену перчатку? Это будет сильно заметно, вот, улучшение. Может быть, это плюс 20% мощности дает эта рука? Куда пропала гантеля? Что происходит, а? Так, может быть, я уже могу с кем-то посостязаться с кокосовым орехом. У него 308 миллионов, чуть-чуть не хватает. Вот прям совсем чуточку. О, на равных держимся, я его даже выигрываю. У меня сил меньше, но как я его выигрываю, я что-то не понимаю. Это, видимо, буст, типа я в два раза сильнее. То есть у меня уже где-то 328 миллионов. Это, видимо, потому что я покупал через магазин те самые улучшения. Что происходит? Я сейчас выиграю первого своего босса на этой карте. Давай, давай, давай. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Пожалуйста, просто подожми. Подожми. Да! Плюс 9 миллионов побед. Просто офигеть, офигешеньки. О, у меня, кстати, куча подарков поупадала. Я их соберу. А почему бы и нет? О, какое-то яйцо. Что отсюда выпадет? Слоник. Ничего себе. Да, слоник мне сейчас прям сильно поможет. Продолжим наш донат. Плюс 125 миллионов. Мега огромный пакет. 125 миллионов кубков. Покупаем с вами рыбу-каплю. Я купил совсем немного этих рыбок. Давайте мы с вами сейчас сделаем улучшение для последнего блобфиша. Может даже сразу двух рыб таких скрестим. Посмотрим, насколько сильная рыба получится. Тут также есть машина пустоты. Сделайте своего питомца пустотой. Ну да. Давайте попробуем это на колючем ореоле. Может быть, мы можем с вами как-то ускорить весь этот процесс? Создать всех питомцев. Нет! Я случайно снял половину своих петов! О, смотрите, у меня появились огромные рыбы.
седьмого уровня. Типа, они стали еще круче. Они теперь дают плюс 750 к улучшению, к силе. Ладно, давайте я куплю еще несколько этих блобфишев. Больше я не буду ничего рандомно кликать. Иначе может произойти что-то ужасное. Ваши питомцы просто пропадут из вашего хранилища. Сколько робуксов я уже потратил? Я не знаю, ребят. Но, по-моему, до 100 тысяч еще очень и очень далеко. Надеваем с вами вот эту рыбу, блобфиш. Последний блобфиш остался. Экипировать. Давайте попробуем всех ненужных питомцев трансформировать. Нам нужно с вами перейти обратно в прошлую локацию. О, у меня уже 180 миллиардов, капец. Что это за очаровальный стол? Давайте проверим на слонике. Обновляем заклинание. А, у тебя нет ребитхов. Блин, ну ребитхи я делать не хочу сейчас на этой стадии. Мне кажется, будет прям полный отстой. Как будто за мной зефирки бегают, ребята, не правда ли? Так, переходим с вами к золотой машине. Ремесло, не повезло. Закидываем сюда потихонечку всех наших питомцев. Чем больше питомцев одинаковых вы сюда положите, тем больше шансов на то, что ваш питомец станет более улучшенным. Серьезно, у меня сейчас на каждом пете это срабатывает. Гала стража. Опять успех. Чего? По-моему, я уже слил почти всех питомцев. У меня их не остается. Токсичная гидра. Погнали. Ой, не повезло. На блобфишах я это проверять не буду. По-моему, я потратил там слишком много робоксов на них. Мне нужен 1 триллион кубков. Как я это сделаю? Я понятия не имею. Где я достану 1 триллион кубков? О, плюс 500 миллионов. У меня обновилось. Я теперь могу больше купить. Каждый раз, когда я буду покупать, я буду все больше покупать. 8 миллиардов. О, боже мой. Понимаете, что я собираюсь сейчас делать? Я собираюсь таким образом дойти до 1 триллиона. Давайте купим с вами 450 миллиардов. Посмотрим, сколько прибавится. Должно ровно 450. Да! У меня 1 триллион. Так, 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 так. Я хочу купить себе сразу же алмазный кейс, ребята. Сразу один алмазный кейс. Вы представляете, какая перчатка мне может оттуда выпасть? Нет, вы даже не представляете. Я сам боюсь представить. Итак, нажимаем с вами на алмазный кейс. Нажимаем использовать и... О, какие там перчатки падают. Плюс 600% шансом 5% она выпадает. Офигеть, мне сейчас прям реально очень повезло. Рука выглядит реально отстойно. О, у меня 1,5 триллиона сил. Серьезно? Давайте с вами победим толстого пирата. Да, мы с ним на равных сейчас будем сражаться. О-о-о-о! Да, я уделал пирата. Плюс 45 миллионов побед. Ха, но это уже не так много. Здесь я покупаю сразу по 500 000 за 1200 робуксов. Блин, зачем я тогда вообще покупал питомцев, если я мог просто купить себе мега огромные пакеты, которые стоят не так уж и дорого и дают сразу плюс 450 миллиардов. Давайте я включу себе автотренировочку. Что, может быть, я тогда короля русалок смогу уделать? Давай, 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 давай. Не-не-не-не-не, мне еще тренироваться и тренироваться. Я все понял. Ладно, больше не быкую. Так, что у меня есть за зелья здесь такие? Шанс вылупления питомца пустоты, шанс вылупления золотого питомца. Это все полный отстой. О, давайте я куплю двойные победы. Посмотрим, если я куплю себе эту штуку за 449 робуксов. Смогу ли я получать в два раза больше с магазина, когда я покупаю себе вот эти вот мега огромные паки? Так, давай, давай, покупаю. Раз. Нет, не прибавляется X2. Не прибавляется. Сколько мне нужно? 20 триллионов, чтобы пройти в ядерный бункер? Что? И для этого еще нужно победить Кракена. Я еще с королем русалок не разобрался. Не знаю, пробовать ли мне еще один кейс открыть. Ну давайте, давайте попробуем. Один кейсик, всего один кейсик, не больше. 150 робуксов сейчас потрачу на покупку ключа. Ребят, посчитайте прямо сейчас в комменты, сколько на этом моменте я уже потратил робуксов. Я думаю, что очень много. Итак, нажимаем использовать. Какая перчатка выпадет? Какая перчатка выпадет? Там было плюс 700 сил! Вы серьезно? Это была самая редкая перчатка. Ладно, я думаю, что эти 100% для меня прям роли не сыграют уже. Это легендарная, это мифическая. Но мифическая дает больше бонуса, чем легендарная. Как это странно работает. Я могу себе купить какой-нибудь трейл. Деньги, ведь я трачу сегодня много робоксов. Они дают бонусы, плюс 150% общая сила. У меня теперь 4,5 триллиона сил. Я начал еще и быстрее бегать. Почему мне никто не говорил, что нужно покупать трейлы? Ладно, хорошо, 4,5 триллиона. То есть, по идее, я скоро смогу посражаться с королем русалок. А затем дойду до дружелюбной акулы. А там уже, гляди, с боссом Кракеном смогу сразиться. 27 квадриллионов силы. Мне на это потребуется сотню лет, чтобы дойти до таких показателей. Реально сотню лет. Блин, ну может быть тогда в таком случае купить себе за 1,5 триллиона RGB подсветочку? Она же, наверное, даст еще больше бонусов. Заходим с вами в магазин, покупаем мега огромный пакет опять. Плюс 450 миллиардов. Именно столько нам сейчас не хватает на покупки еще
еще одного трейла. Наверное, одного из самых крутых. Дальше уже идут за квадриллиарды. Вот, 1,5 триллиона. Покупаем. 200% общая сила. 6,5 триллионов сил! Я не победим! Так, ну я думаю, что раз уж у нас еще осталось очень много этих вот побед, я предлагаю пооткрывать самые дорогие яйца, которые здесь есть. Отсюда выпадает гром шансон 0,1%. Нажимаем открыть. Болт! Сколько болт дает нам сил? Плюс 315, почти что как глобфиш. Возможно, питомец гром будет давать еще больше сил. Может быть, 1000? Давайте попробую открыть сразу 3 яйца. Чё? Чтобы открыть 3 яйца, мне нужно заплатить 400 робот. Покупаем. Болт, болт, болт. Мифические болты. Шансом 23%. Давай еще. Феникс. Легендарный. И 2 болта. Феникс выпадает шансом 77%. Чё-то моя удача совсем не работает. Вам так не кажется? Я же уже купил себе удачу. Почему мне гром еще не выпал? Давай дальше. Опять феникс. И все, мне не хватает больше на открытие сразу 3 яиц. Одно яйцо стоит 15 миллиардов. Ладно, сейчас я все это быстро исправлю. Сейчас я мега огромный пакет нам опять куплю. И дальше попытаемся пооткрывать вот этих вот питомцев. Если что, отправим их на улучшение. Они будут плюс-минус по силе, как глобфиш. Давай, открываем. Шанс 0,1%. Кто делает такие шансы? Неужели вы думаете, что шансом 0,1% я смогу достать его? Сколько мне этих яиц нужно будет открыть? Грома достать невозможно. Шансом 0,1% это как нож в КС-ке выбить. Ходят легенды, но выбить невозможно. Короче, я достал очень много вот этих вот петов-болтов. Я думаю, что мы можем с вами спокойно сейчас сделать улучшение для этих петов. Нет, не можем сделать улучшение для этих петов. Что за... Возвращаемся в предыдущую локацию. Давай-ка мы с тобой подойдем к машине улучшения. Золотая машина. Ну что ж, погнали. Будем по 2 болтов скрещивать. И будем стрелять, какое усиление. Плюс 50% усиления. То есть, ну плюс-минус у них должно быть 500 сил. Ладно, давай дальше. Вот этих двух скрещиваем. Не повезло. Вот этих двух опять не повезло. Ну, шансы-то большие. Почему не срабатывает? Ладно, 3 будем скрещивать сразу. Опять не повезло. Где же моя удача-то? Серьезно? Вы что, шутите? Шансом 60% 3 раза подряд у меня не получилось улучшить питомца? Надо же! Наконец-то! О боже! Так, 3-й раз подряд было. Окей, давай дальше. Не повезло. Хорошо, буду 4 петов скрещивать. У нас есть такая возможность. Да как? Шансом 80%-то не срабатывает! Да как? Блин, ладно, я делаю шанс 100%. Пофиг. Сработало раз. И последнее улучшение делаем на шанс 100%. Сработало 2. Теперь берем с вами 4 болтов. Улучшенных по 473 силы. Могу ли я из них сделать уже не золотых, а еще более крутых петов? Да, видимо, теперь мне нужно идти в следующую локацию. Машина пустоты. Так, берем с вами сейчас вот этих вот питомцев. Гигантскую рыбу мы делать с вами не будем. Так, создать всех. Я создал опять блубфишев. О, зато у меня болты тоже улучшились. Смотрите, плюс 709. По-моему, неплохо. Давай посмотрим дальше. 2 блубфиша по 1000. По-моему, это тоже звучит прикольно. Но у меня еще нет полностью всех экипированных питомцев. На мне сейчас надето всего лишь 8 петов. Так, ну, нам нужно с вами пополнить наши запасы опять же. У меня 9 триллионов сил. Давай, короля русалок. Сейчас мы его уделаем. Почти на равных. Мне нужно набрать, наверное, еще в 2 раза больше сил. А, как же мне пройти-то этот уровень? Я что-то не понимаю. По-моему, это невозможно. О, я могу за 999 робоксов купить себе огненного доминуса. Интересно, сколько же сил он нам даст? Огненный доминус. Так, я получил этого пета. Плюс 4000! Я ведь могу все время себе покупать огненного доминуса! Забудьте про все улучшения, которые я делал до этого. Мы с вами переключаемся на огненных доминусов. По плюс 4000 я сейчас надену 40 этих питомцев. И просто с одного размаха буду получать по 1 миллиарду сил сразу же. До триллиона я там дойду вообще за несколько секунд. У меня хватит робоксов даже на 100 таких питомцев. Да, кстати, я хочу купить себе 50 таких петов. 50. Не 100, а 50. Почему бы и нет? Можем себе позволить. Ставьте лайк, ребята. Я уж потратил много робоксов. Очень много. Я уже открыл и перчатки. И попрокачивал питомцев. И пооткрывал яйца. И кубки свои потратил. А вы еще до сих пор лайк не поставили. 50 тысяч лайков под этим видео. Минимум. И подписочка. Иначе обижусь. Так, ну что ж. Нам осталось просто сидеть и нажимать на кнопку «Огненный доминус».
Итак, ребята, вы сейчас просто офигеете. Я купил 32 слота. 32 питомца вы можете одновременно надеть на своего персонажа. А также я купил 50 единорог-гидер. О май гад, 50, ребята, минус 50 тысяч робоксов. Я кликал примерно минут 20, чтобы купить всех этих питомцев. Сейчас мы с вами сразу же их всех наденем. Давайте, я снимаю всех своих слабых питомцев. Снимаю болта. Ой-ой-ой, ребята, что сейчас будет? Просто приготовьтесь. Сейчас я вам покажу, как выглядит самый сильный персонаж с максимальной прокачкой. Как можно максимально прокачать своего персонажа за робоксы, ребята? Покупайте робоксы через пози пейбот. Я считаю, что это очень уместно. Мне страшно. Мне нужно надеть 32 пета. Зачем я покупал 50? Блин, я не знаю. Я думал, что я смогу 50 одновременно надеть. Но, похоже, мне придется каких-то питомцев все-таки отправить на улучшение. Я выгляжу просто уже максимально безумно. Я вижу вот очертания. Ребята, я закрываю сейчас эту иконку, и вы сейчас просто офигеете. Что за фигня? О май гад! Ой, мне страшно. Что сейчас будет, когда я буду делать улучшение? Что сейчас будет? Бицепс! По 2 миллиарда! Просто качаю бицухи! Офигеть, что за огромная толпа за мной! Просто очуметь! Я ведь реально теперь непобедим! Я хочу зайти сюда. Давайте посмотрим, как здесь все офигеют просто. Кто-то пишет, ты псих. Я не знаю, ребят, я такое впервые вижу. Это просто что-то с чем-то. Пойдемте сделаем с вами сейчас улучшенных единорожек. Потому что, как вы поняли, я могу еще улучшить примерно 18 единорогов. Я слишком много их купил. Давайте из 4 буду делать. Так, получилось, отлично. Каких дальше единорогов я улучшаю? Раз, два, три, четыре, могу 18 потратить точно. Давай еще раз. Опять сработало. 8, минус 8 единорогов. Минус 12 единорогов. Минус 16 единорогов. И последние два. А, не повезло, они пропали. Так, у меня экипировано целых 14 петов. Давайте, я сейчас надену вот этих. Вот у них теперь сила по 6000. Я реально выгляжу как какой-то монстр. Блин, по идее у меня еще должны оставаться некоторые лишние вот эти вот единорожки. По идее я еще могу пару улучшений сделать. Может быть одно. Да, смотрите-ка, я могу сделать еще одно 100% улучшение. Заменить одного единорожку, даже двух. Либо могу сделать два с маленьким шансом, либо одно 100%. Давайте сделаем два. Так будет намного лучше, я считаю. Итак, первое улучшение пошло. Да! Сработало! Делаем последнее улучшение из самых донатовских петов. Нет! Не повезло. О, черт! Ладно, давай еще одно улучшение шансом 20%. Не повезло. Эх, бывает, как говорится, бывает. Ёлки-палки. Я получаю по 2 миллиарда сил. Что происходит вообще? Йоу, у меня даже здесь золотые петы есть какие-то. О май гад, я реально выгляжу как психопат какой-то. 20 триллионов сил. Ладно, ребят, отправляемся с вами дальше на этот остров. Теперь-то я точно смогу выиграть короля русалок. Ты со мной не справишься, король русалок. Но! Смотри, 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 перекликиваю его. Как быстро-то. Ой, а что с лицом? А что с лицом? Плюс 450 миллионов. О, да, ребятки. О, да. Так, ну, а теперь давайте попытаемся победить акулу. Смогу ли я сейчас выиграть акулу? 189 триллионов. Нет, с акулой мне не справиться. Как бы я ни старался. Прокачиваться придется действительно очень долго именно на этой локации. Я здесь, походу, застрял. Я не знаю, что мне дальше делать. Давайте посмотрим, что я больше всего прокачиваю. Когда я качаю кисть, она добавляет мне сразу по 2,5 миллиарда. По-моему, ее немного выгоднее прокачивать, нежели даже кулаки, либо силу бицепса. Давайте посмотрим кулаки. Кулаки. О, нифига себе! Ну, кстати, тоже неплохо, я считаю. 22 триллиона. Нужно набрать 200 триллионов. Чтобы я точно смог быстро прокачаться, мне нужно купить 320 питомцев. Чтобы получить 32 питомцев максимально улучшенных. Это капец. Это прям будет слишком дорого, ребята. Ладно, будем просто стоять с тобой и качать кисти рук. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу победить вот эту акулу и босса Кракена, чтобы попасть на третий остров. Наверное, я уже в какой-нибудь рейтинг донатеров давно попал. Я, наверное, топ-1 донатер в этой игре. Давайте вернемся в школу, где стоят новички. Они такие, чё, блин?
Как вам такая куча питомцев, а? Какое-то лимитированное яйцо продается на спавне всего лишь за один кубок. Давай откроем 3 таких яйца. И что я получу? Каких-то дракончиков я получил? Серьезно? А насколько они хороши? 57 к улучшению всего лишь за одну победу. Ну, по-моему, звучит прикольно. О, это сколько питомцев я разблокировал? Я разблокировал всего лишь 19% питомцев. Самый сильный здесь это вот этот глюканутый краб. Дальше призрачный краб дает 25 тысяч сил. Супер кристальный глаз стоит 15 тысяч. Ну и, конечно же, гигантская пуферфиш. Супер ангел 15 тысяч. И дальше крабики идут. Ну, они такие, знаете, я бы не сказал, что прям очень сильные. Думаю, что на следующей локации мы смогли их получить. Я считаю, что этот ролик 100% удался. Я потратил очень много на него сил и денег и времени. Поэтому, ребят, поставьте лайк под этим видосом. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видосах. Адьос!